Здорово, друзья, это Ник 86. В этом видосе я хочу проверить вот эти светодиоды, вы их помните, на фаре Bosch. На фаре Киржач они плохо себя показали, очень плохо. Я думаю, на фаре Bosch они себя покажут слегка получше. Ну или как минимум так же. Так, я тут все подготовил. Сейчас мы сюда все подключим. И посмотрим, как светит. Снимаем цоколь. Вставляем LED-лампу в цоколь. Все, все вставил. Все очень быстро и удобно, в принципе. Так, и подключаем, друзья. Так, красный к красному. Минус к минусу. Шума меньше, чем у предыдущих. Так, сейчас поднимем. Светит, в принципе, неплохо. Очень похоже на галогеновую лампу. Очень похоже. Смотрите. Это что-то среднее. Были мощные светодиоды. Они посильнее этих. Были слабые. Они слабже этих, но они били как ПТФ. Вот так били. А это бьет вот, в принципе, как лампочка. Все то же самое. Так. Сейчас ставим лампочку в ближний. Так, все. Лампочку ставили. И подключаем. Ну как заурчал. Поднимаем все. На первый взгляд, ну что-то по-среднему. Ну что тут? В принципе, похоже на лампы, знаете какие? Вот на эти, которые слегка, вроде как, помощнее. Ну, что-то среднее, ребята. Что-то среднее. Но не эти, что светят, мне кажется. Ну, что и на Bosch, и на Киржач. В принципе, все то же самое. Галочка, в принципе, есть вот здесь вот, но небольшая. Да, мне кажется, и слепить не будет. Зря говорят то, что... Диоды слепят на таком отражателе. Мне кажется, не будет слепить, потому что слегка галочка... Ну да, вот сюда маленький свет переходит. Может и будет водитель слепить. Много зависит, ребята, от светодиодов, как они сделаны. С какими они сделаны отражателями. Есть там разные наконечники. Но это уже в H7, H11. Там диоды... толще, ну потому что там цоколь больше, и там есть где размахнуться. В H1 размаха нету, маленькая лампочка, ничего ты там не придумаешь. Вы должны понимать, это такая цена, это не Osram, это не Philips, это не Bosch, это простой Китай, фирменный, но Китай. Как бюджет я бы поставил, но только в дальний, либо в ПТФ. Вот когда реально я увижу диоды, которые светят в ближнем идеально, я вам прям скажу, в ближний берите, 100%. Но про дальний я вам прям сейчас могу сказать, берите 100%. Вот в дальнем почему-то светит классно. В ближнем он, как бы сказать, рассеивает весь свет, он его в пучок не собирает, он его рассеивает. И мощности не хватает у LED-ламп, чтобы с таким рассеиванием был хороший свет. А вот с дальним обстоит дело лучше, намного лучше. Прям вот в разы лучше, чем с ближним. А как будто на дальнем, как будто какой-то ксенон маломощный стоит. Вот так бы я сказал.